Всем хаешки, я Квас, и у нас сегодня Deus Ex Mankind Divided. Ох, господи, когда же он закончится уже? Мне уже интересен сюжет. Тем более, что... Ой, сколько тут трупов. Тем более, что... В принципе, осталось нам совсем чуть-чуть. До окончания, но... Где это самое чуть-чуть, я так и не понял. Хожу со снайперкой винтовкой, потому что она... Реально нагибаторская, она просто... Берет и фигачит. Просто вот как нифиг делать. Ну и плюс у нас теперь есть нано-клинок, который просто адовая смесь. Просто не знаю чего с чем. Гранаты, наверное, с большим таким топором-томагавком. Так, хорошо. Сейчас пообщаемся дома. Кстати, у нас один праксис, да, есть? Да, один праксис. Но на что его потратить, я пока не знаю. Вот это у нас что? Это у нас Тесла, да? Вот Тесла, кстати, тоже тема, на самом деле. Потому что как раз тут вывел вот этого засранца и... Стреляйте подальше. Это для двух целей, это для трех целей, это повышенная дальность дуги. Это вообще тема. Кстати, заметьте, что в этом маленьком видео, превьюшке, да... Показано Дубай, где чувак уже Теслу имеет. Охренеть, да? Ну вот. А Тесла... Ну, конечно, приземление кара очень не хватает иногда. Да много чего не хватает, на самом деле-то. Вот тут... Так-то, если уж разбираться, вот эти надо прокачивать. Силушку нужно прокачивать, чтобы можно было тяжести таскать, а то... Прям аж бесит иногда. Нам нужно рывок Икара, вот это нужно. Нам нужно приземление Икара, нужна Тесла, нужна невидимость и вот это. То есть, раз, два, три. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. Пять на два, это 10 праксисов. Нам надо где-то с вами найти. Так. Мы все неправильно поняли, Адам. У Брауна не такие уж радужные перспективы. Если этот акт пройдет, он рискует потерять триллионы. Что-то не сходится. Ведь тогда в Рабию приедут миллионы аугов. Но город будет к этому не готов. Браун разрекламировал инвесторам идею единого города-государства. Города, где будет налажено эффективное самоуправление. Города, инвестировать в который крайне выгодно. Что противоречит идее общемирового правительства. Именно. Если все провалится, Брауну конец. Конец группе Санта и вообще всем, кто еще может помешать иллюминатам. Так что они решили одним подлым ударом покончить с неугодной им идеей и с аугментированными вообще. Браун, я так понимаю, выступал против акта. И в отличие от Рукера, у него есть и деньги, и влияние. Что там с образцом орхидеи? Марченко хочет доставить это вещество в Лондон. Что показывают анализы? Верь, не верь, но это не биологическое оружие. Точнее, не должно им быть. Это лекарство, способное изменить генетический код и удалить гены, отвечающие за отторжение аугментаций. Отторжение аугментаций? Видимо, поэтому я и выжил. У меня отторжения нет. Что? Ты хочешь сказать, что не принимаешь нейропозин? Черт, да таких, как ты... Один на миллиард, да. Орхидея, Алекс, ты говоришь, что она не является оружием. Да. Данные, которые вы с Янусом добыли из сейфа, указывают на то, что команда Рид еще не закончила работу над Орхидеей. Она должна еще и заменять удаленный ген искусственным, отвечающим за приращение аугментаций. Но без этого она смертельно опасна. Даркнет опубликовал фото с мертвым Рукером. Если Брауна и всех его модных потенциальных инвесторов отравят, а потом их покажет Пик Ньюс, это произведет впечатление. Надо предупредить Миллера. Можешь остаться здесь, пока комендантский час не... Не надо. Я разберусь сама. Слушай, когда опергруппа будет в Лондоне, держи меня в курсе. Не знаю, чем я смогу помочь, но... Удачи, Адам. Может быть, уже все заканчивается? Миллер, это Дженсен. Макриди еще работает над планом по Лондону.
Нужно кое-что обсудить. Поговоришь с ним на аэродроме. Мобилизация началась. Вас понял. Как мне добраться? Чертов комендантский час все еще не отменили. Доберешься до Чекана, он тебя подкинет. Конец связи. А может, у этого можно купить, а? Праксис нужны? Батарейки, давай, болеутоляющие. Давай, давай, давай. Все давай. Возможно. Я это все и продаю. Да, я уже понял. Купи что-нибудь. Так, боеприпасы не нужны. Да, возьмем. А, вот это нужно, да, использовать нам. Что-то у него ничего нету. Что за хуйня? Я, пожалуй, пойду. Так уёбывай, в следующий раз тупить не будешь. Чувак просто нарывается. Так, нам нужно вот что. Нам нужно вот эту вот шнягу заменить на болеутоляющие. Вот так вот. Так. Позор. Прошу заказ приказаний. Не выказывайте на улице. Шестерочка. Наша супер-кемперка. Так, нам опять надо шараебиться по метро. Ну, прежде давайте немного тут пошараебимся. Потому что здесь было местечко, где... закрытая территория была. Без проблем. Причем без каких-либо видимых проблем. Мировой лидер, честный, полный и беспристрастный. Так, где у нас... Да. Не, винтовка классная. Она громкая, правда, как жопа, но она очень классная. Ух ты, ёпта. Порнуху тут снимали, суки. Ух ты, медведь. Давай. Деньги не особо, правда, нужны. Не знаю, на что их тратить тут. Редко Перри. Западный шпион своими глазами увидели, что Санта-Круг делает врави. Если бы они поддержали меня и наш проект Тихая Гавань, думаю... Я понял. Тут так здание разрушено, круто. Ну. Mm.
Полный голяк. Да, мы здесь были с вами тогда. На нас здесь нападали. Даже карту интересно посмотреть. Да, вот это вот КПП полиция. Мы с вами. Все как-то. Да, и здесь у нас колер. Бог машины, квартира. Территория 2 ли мы были. Вот нам на посадочную площадку надо. Банк тоже мы были. Рыночная площадь, это метро у нас. Все, в принципе, мы везде вот были. Единственное, не знаю, как вот попасть в эти дуб задания типа. Так, это у нас ОГМ. Вот, вот как вот туда попасть, я без понятия. Все остальное, в принципе, мы с вами прошли. Так. Ладненько, давайте на той стороне с вами пересечемся. Блин, охренительно просто. Просто охренительно. Такая здоровая шняга и против этой кемперки вообще ничто. И это еще же без этого. Без бронепатронов. Ладненько. Встретимся там. Отличненько. Сейчас мы здесь наведем порядок, а то я смотрю. Турели наставили здесь, блин. Думают, им тут все можно, да? Так, вот это я не предугадал. То я враждебный? Вот чё. Да никогда в жизни. Лови, фашист. Тогда пошли. Ну что, не подходите-то? А, не подходят они, потому что они не могут. Thank you.
Давай, давай, иди сюда. Ладно, тебя не ссы. Так, это все, конечно, замечательно. Вроде. Надеюсь. Бегом! Бегом! Иди дальше. Тут же личный робот, может быть. Блин. Давай. Жги. Что-то очень тяжело этот. Так, смотри. Проходи, чувак. Походу мы не туда пришли на метро. Неужели так? Ой. В смысле низкое здоровье? А, нет, все нормально. Так. Да, прыжок Икара очень нужен. Я думаю, это будет следующее, что мы сделаем себе. Хотя не факт. Не факт. Медлер еще не пришел? Уже выдвинулся с группой Макриди к главным ангарам. Мы встретимся на месте. Ну что, готов? А то ж. Да, да, да. Да, погнали. Да уж. Сейчас, наверное, сейчас что-то и будет. Невероятно. Вы сказали, что угроза реальна. Я понимаю. Но на кону тысячи жизней. Надеюсь, ты где-то ошибся. Я тоже. Ладно. Ладно. Уберите своих, пока я с ним не поговорю. Конец. Телефоны будущего полностью прозрачные. И дисплей состоящий. Мак, ты и твоя группа встречаетесь с лондонским подразделением. Оцепите здание и ждите моей команды. Дженсен, мы будем на крыше. Проблемы? Готовы, господа. Мы на подлете к цели. Эх. Прогрузка. Пригодится. Думаю,
нет необходимости объяснять, что происходит. Нас ждет встреча с людьми, с аугментированными людьми, радикалами по натуре, которые столкнулись с притеснениями и решили, что единственный способ это исправить – разрушить все до основания. Возможно, нам и правда следует к ним прислушаться. Но не в такой ситуации. Возможно, дальше будет только хуже, но мы обязаны противостоять хаосу. Гости конференции... Красный город. Да нет. Мы не можем их подвести. Что с тобой, Натаниэль? Спасибо, Натаниэль, что согласились сделать все тайно. Строго говоря, у нас не было выбора. Вы угрожали законом о суверенности корпорации. Я дал вашему лондонскому отделению целый день на поиск взрывчатки. Они ничего не нашли. Дело не только в бомбах. Я также заменил всю еду и напитки, привлек дополнительную охрану из компании «Тарвас» и приказал людям сотрудничать с вашей командой. Поверьте, я очень серьезно отношусь к угрозе. А мне кажется, странно мы отменить конференцию. Экстремисты уже не впервые угрожают сорвать проект «Тихая гавань». Проагментисты считают, что мы наживаемся на их несчастьях, устраивая новые города големов. Антиауги не хотят, чтобы аугментированные жили в мире. Отменив это событие, мы лишь подстегнем их решимость. Так. Вот так вот. Те, кто запланировал теракт, необычные экстремисты. Они убили Талоса Рукера. А если сегодня у них все получится, то они подставят коалицию за права аугментированных. Это правда? Откуда вы знаете? Это к делу не относится. Мы здесь из-за явной угрозы вам и собранию по Тихой Гавани. Эти люди хотят остановить вас. Они знают, что вы выступаете против акта о восстановлении человечества. Им нужно, чтобы его приняли. Их не волнует, сколько людей умрет, если только с вами будет покончено. А вот нас волнует. Вы агент Дженсен, не так ли? Дэвид Шариф мне о вас рассказывал. Вы, возможно, не поверите, агент, но я сегодня тоже хочу спасти жизни. Жизни ваших людей. Среди моих гостей сегодня несколько членов Совета Безопасности ООН. Я хочу убедить их в том, что акт ошибочен. Талос Рукер не смог остановить его принятие. А я могу. Где вы встречаетесь? В защищенной переговорной у главного зала. Люди из вашего лондонского отдела его уже проверили. Это не важно. В любом случае, я хочу лично осмотреть помещение. Агент Дженсен, вы свяжетесь с людьми из Тарваса, а остальные пусть заново обыщут здание. Разумеется, тайно. Глава нашего отделения Тарваса Лиам Слейтер. Он ждет вашего агента в центральном офисе охраны. Агент, вы можете идти. Держите нас с Макриди в курсе событий. Мистер Браун, покажите, пожалуйста, переговорную. Ох, не нравится мне наш начальничек. Так, ну пошли. Сейчас нас опять, наверное, воткнут в землю. Алекс, я в Апекс-центре. Браун сегодня собирает тут членов Совета Безопасности, тех, кто симпатизирует Аугам.
Ты понимаешь, что их надо спасти любой ценой? О. Янус, ты что, подслушивал? Прости. Я подумал, что сейчас это оправдано. Ясно. Если мне понадобится твой совет, я сообщу. Иллюминаты однажды уже попытались повлиять на эволюцию человечества. Тогда у них не вышло, и теперь, похоже, часть из них хотят полностью истребить таких, как ты. Их нужно остановить. Возможно, только Браун с его сегодняшними гостями на это и способны. Адам, Янус прав. Посмотрим. Уходите. Доступ в эту часть здания закрыт. Только для сотрудников охраны. Слейтер меня ждет. Слейтер? Ах, да, конечно. Он сейчас, к сожалению, занят. Срочное дело. Что-то мне не нравится. Я здесь как раз по этому делу. Прошу прощения, вы откуда, я забыл? Знаешь что, не надо. Не хочу его отвлекать, если он занят. Ага. Приду попозже. Конечно. Я скажу боссу, что вы здесь. Так. Миллер, Макриди, меня отказались пускать. Я говорил с охранником, и он... Что-то явно не так. Макриди, и Старвоса с тобой связались? Нет. И это, кстати, странно. Черт. Если в здание уже проникли, мы... Неважно. Блин! Нет, 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 нет! Так. Это все люди у нас. Как я понял. Мне этот звук не нравится. А, это я задеваю. Эх-эх-эх. Все не так уж и просто. Так. Так. Ага. Че это за говно? О! Или же там топка.
Ох, ёшкин кот. Жопа-то какая. Я лично жду не дождусь новых деталей проекта. Big News будет внимательно следить за развитием событий. Начинаем патруль. Малый бой. С вами Элиза Казан. Мировой лидер честных, полных и беспристрастных новостей. Мы обещаем добыть. Вас тут много, ребята. На этой неделе на Гавайях прошел международный сейсмолог. У нас потери! Шире всего обсуждали проблему сотрудников. Так. Больше пока не видать у нас. Коляски до Чили заметили. Это очень сложно. Если отношения между тихоокеанскими и североамериканскими литосферными заметно увеличится. Если подвигающаяся плита накопит энергию и вызовет поднятие океанского дна, это даст большой импульс всей массе воды. Здесь все чисто. Пометь, я захожу. Звучит ужасно, не правда ли? С вами Элиза Казан. В прямом эфире на Big News. Сан. Экологическое строительство. Качество. Совершенство. Сан. Восстанавливая прошлое, создавая будущее. Да уж, твари так твари. Жестко. Давай. Чемоданчик. Давай так. Ох, как-то все нехорошо у них тут. Нехорошо. Друзья мои, в последнее время мир погрузился во тьму. Но там, где тьма, есть и возможности. И мы не должны их упустить. Мы — это те, кто может вернуть миру свет. Кто, если не мы? Мы должны принять эстафету и добиться того, чтобы каждый аугментированный мог жить достойно. Я хочу предложить тост. Миллер, Макриди, на мониторах видно, куда еще забрались наемники. Они в зоне обслуживания. Еда там. Я тоже вижу эту зону. Похоже, фальшивые тарвасы попадают в главный зал через охраняемую дверь. Вот черт, они там везде ходят среди гостей. Что они затеяли? Почему не стреляют, сволочи? Дженсен, есть там Марченко или Орхидея? Нет. Миллер, можете дойти до Брауна? Я иду к нему, только, Дженсен, нам надо знать, есть ли там Орхидея. Спустись туда, осмотрись и найди ключ к этой двери. Понял, но было бы проще, если бы я знал, сколько там охранников. Я загружаю их маршруты тебе в глазную аугментацию. Только нам там шумиха не нужна, так что убирай их по-тихому. Мак, ты срочно выходи к Дженсену. Я найду Брауна и уведу его. Удачи. Блин, по-тихому я не умею.
Можно обойти. Что-то только тут, по-моему, темновато, нет? Что-то я тут мальца подзапутался. Ага. Можно было и так. Ладно. Поехали. Ух, опасненько сейчас будет. Зале. Вижу охранников, но у кого ключ-карта, непонятно. Да тебе долго искать не придется. Их всех вынести надо. Нельзя же никого оставлять, так? И действуй тихо. Я рядом с тобой. Давай, скоро увидимся. Если он сам себе видит. Ну, хоть шампанское хорошее надо было. Даже... Ты ведь его тоже слышал? Проект «Тихая зала» правильно. Как их, интересно, тихонько выносить-то? Что же? Ну, просто не могу понять. Они же тут все под камерой практически стоят. Так что я позвонил брокеру и велел все продавать. Не может быть! И заодно это плохо. Подожди, там... Так, это лифт. Может, с ними разговаривать надо? Да, но ты ведь слышал ужасную историю. Ни о чем не волнуйтесь, прошу вас. Вы в полной безопасности. Я понимаю, о чем ты говоришь, но согласиться не могу. Я считаю, что отдельное проживание аугментированных будет благом для всех, включая их самих. Не думаю, что они с этим согласны. Здравствуйте, вас ждет прекрасный вечер. Дело не в согласии, а в фактах. Факт в том, что акт о восстановлении человечества спасет много жизней. И принесет нам много денег. Даже интересно, как же все-таки всех тут вынести? Перед. Он использовал газ? А как влез в вентиляционную систему? 3 месяца работал под прикрытием. Успел что-то придумать. Потом просто дождался удобно. Это когда все собрались в одном месте. Предварительный инструктаж. Как раз все собрались в центре. Точно. Выйти на минуту, включить газ. Все быстро и аккуратно. Да, согласен. Иногда можно сделать так. Ключ-карта у меня. Скоро буду в зоне обслуживания. Как слышите? Миллер! Дженсен, вы там?
эти суки растяжек на лестницах понаставили. Вы как? Это бомбы? Нет, не они. Малая мощность. Я в порядке. Слушай, мне придется обходить все это дерьмо. Теперь не скоро до тебя доберусь. Не волнуйтесь, я разберусь. Берегите себя. И Дженсен, слушай, нам повезло, что меня тут не завалили после такого шума. Так что ты зачисти весь главный зал, прежде чем дальше идти. Конец связи. Виноваты власти Чехии, а не Санта. Им просто хотелось избавиться от того. Так. Я думал, да. Посмотрим. Я же втихую не... Это... Я же втихую не умею. Не слышала так. Я не знаю. Выглядит представительно, но в списке гостей его нет. Кажется, он получил дозу груза. Помощь недолго осталось. Плохая смерть. Бывает хорошая. Мне вот интересно, как это... Кажется, я перебрал. Ты должен был сдохнуть, Адам Дженсен. Но ты приходишь сюда, приводишь друзей, вынуждаешь меня менять планы. Но сегодня из-за тебя придется принести в жертву сотни мужчин, женщин и детей. Из-за твоего вмешательства мне пришлось заминировать жилые высотки. Я могу послать сигнал на детонацию в любой момент. Но если ты прямо сейчас придешь в выставочный зал, возможно, это не понадобится. Даллас Рукер был терпеливым человеком, брат. А я нет! Иди ко мне. Быстро. Макриди, бомбы, они... Я слышу. Не знаю, успею ли их найти, но я уже иду туда. Твою ж мать! Я тут сделал не то. Миллер. А вот и Миллер. Покрытие. Миллер ранен. Нужна поддержка, я в зоне обслуживания. Дженсен, господи. Не двигайтесь, Джим. Помощь скоро прибудет. Некогда.
заставил меня выпить. Поздно для меня уже, Дженсен. Но ты еще можешь других спасти. Золотые маски. Отравили шампанское. Отправили в комнаты за приемной. За главным залом я пытался остановить, но... Теперь я... здесь. Вас заставили выпить. Орхидея. Есть противоядие. Что? Но как? Время еще есть. Нет. Нет, не надо. Не трать противоядие на меня одного. Оно понадобится другим. Согласен. Вот черт. Дженсен, ничего, это правильный выбор. Я бы все равно отказался его принять. Макриди, если ты меня слышишь, Миллер мертв. Макриди, слышишь меня? Понял. Обещай мне, что мы эту сволочь найдем, Дженсен. Любой ценой. Бляха. Можно сохраниться? Хера. Если деликаты умрут... Блин, я не знаю, ребята. Пошли спасем делегатов. Этих масок-то сколько, а? Ой, темно как. Точнее, не темно, это мне просто в лицо светит солнце. И я ничего не вижу. И тут еще турель. У меня чисто. Еще одна турель.
Елита. Елита не такая уж и элитная. Никого не задел, а жаль. Он собирается стрелять. Дверь выломала. Так. Ничего. Там я вижу турелька. Или что-то подобное. Не что-то подобное, а просто мины тут стоят.
Ну, отмечайся. Так, эта мина у нас отмечена. Здесь ничего, продолжайте. Перехожу в другую зону. Да уж, ребятки. Сейчас мы отсюда выберемся. Называется «Лови фашист граната». Ничего, здесь чисто. Странный у нас снайперский прицел. Он видит точно так же через потолок. У меня нарушителей нет. Так, хорошо. Теперь нам надо эту турельку шлепнуть. Желательно, по крайней мере. Хотя, я как понял, можно было ее перепрограммировать, да? Ладно, сейчас попробуем. К чему это может привести? Ах. Секурити. Лифт. На один приехал. А жаль. Бипсел. Адам, это я. Карманный секретарь из Гонконга. Секунду назад его включили. Отправили еще одно сообщение. Перехватить получилось? Да, но тут шифр сейчас. Вот. Встреча началась. Обеспечьте доставку. Ключ 2202. Так, наверное, сюда. Да?